Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Нарисуйте этот знак над входной дверью. Для чего это нужно, я поведаю вам в этом видео. Этот знак нужно нарисовать над входной дверью, чтобы отвадить дурных людей от нашего дома и чтобы они не вторглись в нашу судьбу. Этот знак отгоняет людей с плохой аурой, которые могут менять нашу судьбу и негативно влиять на нас. Поэтому обязательно рисуем его над дверью, чтобы обезопасить себя один раз и надолго. Этот знак выглядит как треугольник, но его нужно рисовать одним углом вверх и немного направо. И над этим углом нужно нарисовать самое маленькое солнце, какое только возможно, или просто круг. Благодарю за просмотр, ваши лайки, комментарии и за то, что подписываетесь на мой канал. Всем, как всегда, добра и до скорых встреч!